Коллеги, приветствую. Этим видео я начинаю серию ответов на вопросы. Недавно я сделал специальное видео, где вы задавали вопросы, плюс в социальных сетях, в Инстаграм, ВКонтакте опубликовал пост. Очень много вопросов свалилось, и я постепенно постараюсь на большинство из них ответить. Не обещаю, что вот прямо на каждый. Некоторые вопросы были очень похожи, поэтому я буду отвечать на какой-то один из них. И в следующих нескольких видео постепенно буду выкладывать ответы. Где-то отдельно, где-то буду, объединяя вопросы, отвечать. Итак, первый вопрос. С чего начать инвестирование и создание пассивного дохода, имея ежемесячный доход около 50 тысяч рублей? Поделюсь здесь своим алгоритмом. Как бы я действовал и как бы я рекомендовал вам стартовать. Я сам начинал путь в инвестировании в 2005 году с книги Киосаки «Богатый папа, бедный папа». И в тот момент я работал на работе аналитиком в крупной компании и зарабатывал порядка 10 тысяч рублей в месяц. И первый принцип, с чего я начал, это откладывать 10% своего дохода. Я думаю, что вы много где слышали этот принцип. Конечно, не я его изобрел, давным-давно его изобрели. Считаю его очень правильным. Да, поначалу казалось, что я откладываю какую-то мелочевку. С 10 тысяч откладывал по 1000 рублей в месяц. Что это? Ни о чем. Но постепенно это самое главное, формирует правильную привычку, то есть правильные отношения к деньгам и правильное их управление. И далее ты начинаешь постепенно уже нарабатывать. Да, за год это там 10 тысяч рублей, потом там еще какая-то, чуть выросли доходы, стал чуть больше откладывать. Но ты начинаешь идти в правильном направлении. Да, пусть поначалу медленно, но ты будешь ускоряться, будут расти доходы, будет накапливаться уже какой-то стартовый капитал. Давайте вот конкретный алгоритм, как бы я рекомендовал действовать. Первое. Откладывать 10% своего дохода. Параллельно с этим искать варианты увеличения активного дохода. То есть вот здесь считаю совершенно неправильным останавливаться на том, что есть. То есть говорить, у меня же доход вот 50 тысяч и все, и больше не бывает. Но это ерунда. Всегда можно увеличить доход. Может быть, найти возможность, чтобы вас повысили в должности на текущей компании. Может быть, сменить работу на другую. Может быть, найти подработку какую-то, кучу разных вариантов, кому-то что-то помочь, какой-то вы там навыком обладаете, там, умеете. Раньше сварщиком были, можете кому-то что-то дополнительно сделать. Может быть, вы освоите дополнительную профессию через интернет, сделаете микроинтернет-бизнес. То есть вариантов много, как найти дополнительный доход. Просто над этим надо системно работать. И вот пункт номер два, когда у тебя относительно низкий доход, это начать с увеличения активного дохода. То есть обучение, вот третий пункт, смотреть, а какие навыки вам надо освоить, чтобы у вас появились дополнительные ручейки дохода, чтобы ты смог вырасти на текущей работе, чтобы ты смог перейти в другое место, где платят больше. То есть вот я бы работал над активным доходом первым делом. Четвертый пункт. Создаем подушку безопасности. Без этого лезть в инвестиции крайне не советую. Потому что, когда вы стартуете, особенно стартуете как бы без особого опыта и понимания, что и как, то велика вероятность, что что-то пойдет не так где-то, в каком-то месте. Может быть, в экономике в целом случится очередной кризис, там обвал рубля. Может быть, у вас в жизни что-то произойдет, вам срочно потребуются какие-то деньги. И вариантов много, что может пойти не так, и первым делом рекомендую создать подушку безопасности 3-6 месячных доходов. Да, это произойдет не быстро. Да, на это может потребоваться вам там год, полтора года. Но это то, что когда оно у вас будет и будет лежать где-то на банковском счету, может быть, в нескольких банках, то вы будете чувствовать себя намного более спокойно, защищенно и уверенно в финансовом плане двигаться вперед. Пятое. По мере роста дохода откладываем чуть больше. Вот что это значит? Это на самом деле сменить парадигму и начать играть по правилам богатых людей.
действительно богатых. То есть тут вот часто, знаете, людей, ну вот особенно люди, у кого как бы денег особо нету, они смотрят, оценивают, человек богатый или нет, потому как он тратит. А это совершенно неверно. На мой взгляд, надо оценивать по тому, сколько у человека остается. Почему я так говорю? Есть звезды, допустим, спорта и Голливуда, которые ведут роскошный образ жизни, ездят на очень дорогих автомобилях, там, живут в очень дорогих домах, но при этом они бедные люди. Почему? Потому что они по уши в долгах. Они ради вот понтов, ради того, чтобы показать, что мы типа крутые, ведут тот образ жизни, который они либо вообще не могут себе позволить, либо могут позволить, ну вот на самом максимуме, когда им платят безумные деньги. Чуть-чуть проходит как бы их пик карьеры, чуть-чуть падают доходы, и все, и у них все начинает рушиться. Почему? Потому что они привыкли жить вот так вот роскошно, а доходы упали, и вот они оказываются уже там в долговых ямах. И если вы не знаете, то большинство звезд спорта, Голливуда, это сразу же, как только пик карьеры проходит, они становятся банкротами. Так вот, что это значит конкретно у нас? Допустим, вы жили на 50 тысяч рублей, начали откладывать 10%, стали жить на 45 тысяч рублей. Совершенно точно, вот вы можете жить, ну, практически не изменится ваш уровень жизни, живете вы на 50 или на 45 тысяч рублей. Никакого существенного изменения для вас это не будет. Вы начали работать над увеличением своего активного дохода. Начали, как, ну, мы так некий набросок делали, я сейчас не буду в это погружаться, нашли, допустим, подработку какую-то, стали зарабатывать уже 60 тысяч рублей. Так вот, что делают бедные люди? Они, как только им повысили зарплату, упала какая-то премия, они начали где-то подрабатывать, еще дополнительно что-то зарабатывать, у них стало 60 тысяч рублей, и у них расходы выросли до 60. И вот это вот путь в никуда, которым идет подавляющее большинство людей. Я предлагаю вам сменить парадигму. Да, она может быть чуть менее привлекательна в моменте, но долгосрочно ты выиграешь грандиозно. Вы же до этого жили на 45 тысяч, уже привыкли, так и продолжайте на них жить. То есть теперь вы начинаете уже откладывать 15 тысяч рублей, продолжая жить на 45. И вот вы уже каждый месяц откладываете 15 тысяч рублей. 15 тысяч умножить на 12 месяцев, за год вы скопите 180 тысяч. Это уже достаточно заметная сумма, с этим можно уже что-то делать. Через 2 года что произойдет? Вы, ну, во-первых, еще, надеюсь, там будете потихоньку повышать свой доход, будете откладывать уже не 15, там, а 18 тысяч. То есть за год вы уже отложите там 200-220 тысяч, плюс те 180, что у вас были. Вы же их уже будете запускать в дело, заставлять работать на себя, на них будут капать проценты. Вы там что-то заработали. И вот через пару лет у вас уже будет капитал там порядка 400-500 тысяч рублей. Да, повторюсь, это не мгновенный путь. Это не то, что, вот, может быть, кого-то я разочарую, что вы хотите от меня решение, как бы мне через месяц стать богатым и успешным, и обеспеченным. Не знаю, такого решения у меня нету, но я абсолютно уверен, что вот путь грамотного распоряжения деньгами в долгосрочной перспективе нескольких лет, он сделает вас не то что богатым. Я не говорю здесь о том, чтобы стать олигархом там, или на яхтах, яхтами владеть, но финансово благополучным человеком, финансово преуспевающим и постепенно выйти на уровень финансовой свободы, когда у вас пассивный доход превышает ваши расходы. Седьмой пункт – это уже рискованный шаг, когда вы какие-то ресурсы небольшие накопили собственные. Это использование заемных или инвесторских средств. То есть своих денег всегда будет не хватать. Сколько бы у вас их не было, а даже если их будет много, то выгоднее использовать часть своих, а часть заемных. То есть осваивать навык использования чужих денег. Либо банковских кредитных, например, в недвижимости. Мы покупаем недвижимость в ипотеку, как правило. Вносим 10-20% своих денег, остальное банковские. И на эти деньги уже реализовываем проект. Либо собираем пул инвесторов, допустим. Вы говорите, что вот у меня есть интересный проект, давайте, кто заинтересован, со мной там 5-10 человек. На моем примере мы так реализовывали отель в Москве. Мы сбросили 10 человек и запустили инвестиционный отель.
И я бы рекомендовал вам постепенно осваивать навык использования заемных инвесторских средств, потому что использование рычагов – это один из базовых принципов пути к финансовой свободе, что развиваться только на свои деньги будешь медленно. Да, использование заемных денег – это риск всегда. Надо понимать, что ты взял деньги, ты должен их вернуть. Это опасность. Но тут как бы либо ты борешься за что-то большое и, ну, более смело действуешь, либо, ну, соответственно, более спокойно тогда как бы не лезь в инвестирование. Просто постепенно откладывай денежки и, ну, в смысле, не используй заемные средства, развивайся только на свои, это будет медленнее намного, ты, потому что многие стратегии не сможешь использовать, но зато это будет спокойнее. То есть вот тут уже выбирайте спокойствие, но низкий доход, либо риск и потенциально высокий доход. В завершении рекомендации по обучению, что могу посоветовать из моих программ. У меня есть две недорогие стартовые программы, как раз которые нужны для новичков. Это управление деньгами, это принципы управления деньгами, генерации пассивного дохода, как заставить деньги делать деньги. То есть это про то, как управлять деньгами в вашей текущей повседневной жизни. И инвест-система, секреты создания капитала, как набирать обороты, снижать риски, распределять активы. Это уже про инвестиции. Здесь я разбираю около десятка инструментов, которые можно использовать для инвестирования. Ниже под видео дам ссылочки подробнее на эти курсы. Посмотрите, изучите, рекомендую пройти. Успехов! Надеюсь, видео было вам полезно. Поставьте лайк, если это так. И если есть вопросы, также пишите в комментариях.